Друзья, значит, небольшое включение, отступление. Только что, значит, я испек мацу. Кстати, если смотрите это видео, то обязательно посмотрите вот это видео в конце, будет по ссылке, или вы там можете в описании посмотреть, как я пек мацу. Суть какая? Значит, я вам разрекламировал вот эту мацу. Ой, на пол упала. Вот такая вот булочка. Сказал, кушайте ее там, все дела. Сейчас выйду вот так аккуратно в кадр стану, чтобы не было моих низов видно. Не, я в шортах. Так вот, я усовершенствовал эту булочку. То есть, вот, смотрите, в кадре, если так поднести. Короче, помазал я маслицем ее. И вот, как бы вот так вот. Вот. И помазал сырком. То есть, вот так маца намного вкуснее. То есть, русский вариант мацы. Не как бы не израильский, а русский вариант. Мы же все любим пожирнее, повкуснее. Мы вот худеем, вот прям бицуха, хотя еще маленькая какая-то. Так что все, друзья, это было так, просто включение небольшое. Ставим лайки, подписываемся на меня. Да, с вами был Егор Княжин, до новых встреч, пока!